Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. И знаете, что самое интересное? Я не знаю, чем мне здесь заняться. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, что можно здесь делать еще. Помимо вот того, что я не могу вот этого пройти босса. Вот этого вот, Ханорика. Конечно, можно сейчас попытаться как-нибудь дело это исправить. У нас есть с вами 20% к здоровью и к атаке в сражении. Можем потратить и попробовать его врезать хорошенько. Давай, наверное, так и сделаем. Ну что, сила команды у меня стала 400. Свинская мощь. Могучие толчки. Зарядка в течение двух ходов. Наносит всем врагам 844 единицы урона. Уменьшает силу атаки на 35% в течение трех ходов. Оживление. Восстанавливает всем свиньям 1160 единиц здоровья за ход. Действует в течение трех ходов. Вот так вот, друзья мои. Вот так вот. Я вот не знаю, стоит ли мне брать здесь Чака. Нет, мне он нужен, потому что у него супер хорошая ульта. Ну что, попробуем. Попробуем его забомбить. Если что, у меня, по-моему, есть еще орел. Я могу его использовать, так ведь? Если я не путаю чего-нибудь. Посмотрим, есть у меня. Да, у меня есть еще один орел. Но вначале попробуем его своими силами забомбить. В тот раз у нас не получилось, вы помните, да? Он восстанавливал себе здоровье в разы больше, чем мы у него отнимали. Что у нас в этот... Вот, видишь, он поставил себе хил. Но у нас сейчас атака на 20% больше идет. Так, это у него будет массовая, да? И на следующий ход он ее хочет сделать. Так, сделаем с тобой защиту. И продолжаем его бомбить. Если у меня не получится его одолеть, мне придется использовать орла. Ты посмотри, как он бомбанул, а? Хорек. А ну-ка, давай. Раз. Два. В принципе, неплохо, да? В принципе. Небольшой такой отхил. У нас что еще с тобой тут есть? У нас есть соки. Ну, пока будем без этого справляться. Так, вот сейчас будет. Вот, опять он включил этот свой отхил. Я не знаю, ребят. И будет сейчас жестко опять захиливаться. Ведь так? Сейчас он будет копить. Вон, смотри, видишь, сколько он? Так, первый раз у него пошел. Давай попробуем. Если мы только будем с вами, ну, немножко там, как говорится, сдаваться, все, нам придется с вами активировать орла. Ну, сейчас бомбанет. Блин, бомбит-то как жестко. Бомбит очень жестко этот чувачок. Пришлось, ребят, вот так вот мне захиливаться. Он на себя вешает. Три хода, да, эта ерунда действует? Так, перец. Перец, давай бомбанем. Раз. Так, ну неплохо, неплохо. И еще разочек. Блин, пошел у него отхил этот мощный. Очень мощный отхил. Так, ну ладно, восстановим себе здоровье. Но бомбить собрался. Ну, естественно, куда же он? Без этого-то дела, без своего. Ой, а зачем я так сделал, ребят? Я совсем не это хотел сделать. Ладно, фиг с ним. Так, он опять на себя повесил ту ерунду. Блин, мы не можем его пробить. Мы с тобой берем инициативу только в одном случае. В одном случае это когда мы бомбим через, вот, через перец. Только тогда мы с вами можем еще как-то нанести ему довольно серьезный урон. Но не более. Видишь, что он делает? Сейчас опять ударит. Если бы у меня была бы, как тебе сказать, подожди-ка. А если я сделаю немножечко по-другому? Вот так вот попробуем сейчас с вами все это дело провернуть. И, кстати, где у нас вот это, да, по-моему, если не ошибаюсь? Да. Просто хочу побыстрее накопить заряд перца, чтобы опять ему всыпать. Так, погнали. Этого недостаточно.
Ага, вот. Попробуем. Ну-ка. Раз. Два. Так, отлично, отлично. Так, он пошел копить, так сказать, свою энергию. Здесь мы с тобой хильнемся. Лишь бы получилось, ребят. Опять он свою эту фигню бомбит. Ну, а мы, конечно же, продолжаем. Так, сейчас он вешает на себя хилку. Еще ржет при этом. Еще он при этом ржет. Так, и захиливаемся. Блин, вокруг да около топчемся мы с вами. Вот беда в чем. Мне не хватает, понимаешь, силы его прожать. Блин. Опять удар, да? Ну давай опять попробуем через перец. Сколько мы там у него отнимем ХП? Опять вернулись практически с тобой, ну, на старую позицию, да? Нет, по-моему, чуть-чуть поменьше у него осталось. Если бы у нас была бы возможность, ребята, как-то блокировать ему вот эту вот магию, было бы намного лучше. Видишь, он так и будет, вот все. Опять у него две эти ячейки. Опять мы с вами сейчас... Так, захиляемся. Можно было бы, конечно, вместо Чака взять кого-нибудь другого, но тогда бы у нас не было бы суператаки вот этой вот, за счет которой мы с тобой здесь, ну, грубо говоря, выкручиваемся. Вот, смотри, видишь, опять перец у нас. Давай, посмотрим. Нам бы догнать его, да... Вот, вот, уже что-то, ребята, уже что-то. По-моему, сейчас ему капсдарики будут. Проверим. Есть! Ты прикинь, я его завалил. Друзья мои... Это кульминация была. Я сам не ожидал этого, если честно. Ну и что, что две звездочки. Мне все равно, главное, я его прошел. Ролим, ну, не будем, наверное, оставляем так, как есть. Это круто. На самом деле для меня это круто. Ну что же, тогда двигаемся с вами дальше. Раз такая удача сегодня нас навестила. Ага. Этот все злее и злее становится, да? И мы с вами, ну, якобы перемещаемся к следующей свинье. Вот она, да? Слушай, а как мне, например, добраться вот до этой свиньи? Хм. А, тут, наверное, нам надо открыть... Кстати, ребята, а чего вы мне не помогаете открыть ворота, а? Я же вас прошу, я ведь больше чем уверен, что многие из вас играют в эту игру. Но почему-то никакой помощи нет от вас. Именно хотя бы могли бы как-то помочь открыть... Я бы хоть что-то здесь пособирал бы, пооткрывал бы. Потому что я в данный момент просто не знаю, чем заниматься еще здесь, понимаешь? Боссы очень сильные, прокачиваются. Где я тут могу прокачаться? Я без понятия. Ивенты эти фиг работают, я не понимаю. Я вот тут вот, проклятие некроманта. Начать в бой, выиграл. И что, я ничего не получил. Вот это вот что такое? Вот это вот. Я не могу это все использовать. Как-то все глухо, понимаешь? Пишите мне в комментариях, друзья мои, что здесь можно вообще сделать. Ну что, давай глянем, что это у нас за ханорик такой. 316 у него свинской мощи, нападает в больших количествах. Что за совет? Обычные свиньи нападают в больших количествах и обычно не обладают особыми способностями. Совет, старайтесь разобраться сначала с крупными свиньями, поскольку они представляют наибольшую угрозу. Рекомендованные классы. Не пропустите, не пропустите. А как я это не пропущу? Так, а что он сам-то делает? Наносит 3 удара по 253 единицы урона и черный лед. Это зарядка в течение 2 ходов. Наносит 506 единиц урона всем врагам и блокирует их яростные способности в течение 4 ходов. Твою ж налево. А сколько здоровья там у него? 10286. Да я даже не знаю, что сказать. Ну, давай хотя бы просто глянем на него. Просто глянем. Естественно, я его, наверное, одолеть не смогу. Но увидеть я его увижу. Так, он один здесь будет или нет? Ага. 3 удара у него, да? Мощных причем, не забываем об этом. Хочет всыпать. Хочет всыпать. Значит, мы с тобой сделаем так.
Ох, сейчас бомбанет, я чувствую, друзья. Смотрим. Ё-просте. И смотри, что он сделал. Он сделал мне блокировку. Блокировку для чего, ребята? Для того, чтобы я не смог использовать вот этот свой перец. Да хорош ты, он еще и такие имеет атаки. Ты понял? То есть, получается, у меня сейчас будет только один ред, что ли, участвовать? Да что ж ты делаешь-то, а? Злюка. Блин, я даже не знаю, ребят. Так, перец, перец нельзя еще пока активировать. Вот если он в чака, так звездой, чака дуплится. Ой-ой-ой-ой-ой, а я могу? Могу, отлично. Опа, погнали. Погнали, ребятульки. Чтоб было ему неповадно. Еще звезданем. И еще. Ай, красота. Слушай, а скорее всего мы сможем его пройти. Я на это надеюсь. Очень сильно на это надеюсь. Сейчас опять, да, звезданет. И очень больно звезданет он. Ага. Заблокировал нам, естественно, всю магию. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чака уничтожил. Что ж ты, Ирод, делаешь? Чака взял, мне подбил, ребята. Ну я тебе отомщу сейчас. Так, Матильда, нам надо с тобой как-то продержаться, блин. Ну я все равно... О, наконец-то, ребят. Ну, жалко, конечно, что не дожил у нас чак до этого момента. Но все-таки хорошо получилось, да? Это классно, что мы прошли с вами еще одного босса. На самом деле, я думал, что мы сегодня просто с вами погуляем по карте. И все, пообсуждаем там что-нибудь. Но, как видишь, все намного лучше. Так. Этот еще больше тут орет, гневается. И у нас остается здесь в данный момент последняя свинья, которую мы с тобой перемещаемся. И заодно глянем, что это за хлыщ такой. Свинская мощь у него 376. Так, в течение трех ходов призывает нежити союзников. Воскрешается по прошествии трех ходов после смерти. Место лича. Наносит 316 единиц урона. В течение трех ходов цель также получает 285 единиц урона за ход, восстанавливая призывателю духов 950 единиц здоровья. Ё-пырысоте. Давай хотя бы для начала просто посмотрим, как это все приблизительно будет выглядеть. Единственное, что мне не нравится, что он будет здесь заниматься именно призывом. Будет призывать себе помощников. Так, смотрим. Ага, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, я понял. Я понял, что он наносит еще постепенный урон и восстанавливает себе здоровье тем самым. Это не есть гуд. Что он там хочет замутить, а? Будет призывать, что ли? Или... Пока не пойму, ребят. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Он копит, мы с тобой здесь делаем защиту. На всякий случай, я не знаю, что он тут просто будет сейчас чудить. Призывать скорее, или нет? Ну? Что это? Ага, ага, понял. Он призвал помощь себе. Ага, так. Что дальше он бомбит? Иди отсюда, ханорик мелкий. Так, что я хочу сделать? Нам, во-первых, нужно подлечиться, это раз. Во-вторых, нам нужно бомбануть и ударить. Нам придется сейчас с тобой, наверное, применить перчик. Придется. Ой-ой-ой, постепенно урон идет. Давай, чак. Не подкачай. Раз. Два-с. Ну, я тебе скажу одно, что половину ХП мы у него отняли, да? Но он себе восстанавливает, не забывая, здоровье. Так что радоваться пока рано. Ай! Этот еще ожил. Ты его вообще сюда звал? Так, смотрим. Бомбит. А, он еще вызвал одного. Эй, погоди, парнишка. Мы так с тобой не договаривались. Он просто взял и призвал еще одного зомбика. Ха, черт подери.
Так, Ред получает постепенный урон у нас, да? Погоди-ка, что нам лучше? Нам, наверное, лучше здесь отхилиться маленько и бомбить. Так, ладно, с привидениями закончили. Кого он сейчас... А, нет, никого пока. Там в раздумках. Ну что, Чак, давай еще разок. Твоя суператака здесь как нельзя хорошо нам заходит. А что я могу сделать? Я могу хильнуться, ведь так? Так. Поехали. Бомбим. Бомбим. Слушай, осталось у него сколько там? 4 полосочки хп. Призраки встали. То, что призраки встали, это не есть гуд. О, я кое-что забыл, друзья мои. Сейчас, по-моему, нам с вами прилетит. Я забыл поставить защиту. Редом поставить. Ё-моё, сейчас влетит нам. А, почему я все время думаю, что он делает массовую атаку? Он просто призывает. Это уже, ребята, называется, играем на шугаре. Так, хильнемся, наверное, с тобой лучше здесь. Так, сейчас будет бомбить. Ну ладно, это ерунда. Так, вот этого гаврика нам бы с тобой как-то бомбануть. Вот так вот. И теперь применяем с тобой перчик. Естественно, всего против этого лича. Ну что я тебе скажу, у него 2 полосочки хп всего лишь осталось. Тут лучше, наверное, нам хильнуться. Так, 1 полосочка, да? Начинает он тут созревать для того, чтобы призвать, естественно, еще одного духа. Мы этого себе позволить не можем, естественно. Ребят, 1 полосочка у него осталась. Я думаю, что мы успеем ее бомбануть, если, конечно, у меня не погибнет Ред. Ой, блин, а он себя восстановил. Так, ладно, хорошо, ребят. Я рисковать не буду. Я рисковать не буду. Что он там? Еще призвал? Еще одного призвал? Ну все, ну все. Ты допрыгался, парень. Ты просто допрыгался. Я тебя сейчас уничтожу. Ну! Да блин, да что ж ты будешь делать? Ну там же немножко осталось у него. Как он вообще живет? Я так и думал. Я так и думал, что мы с вами... Ну и как? И как мне теперь прикажешь здесь? Есть! Друзья мои, мы его бомбанули. Но не забывайте, что нам нужно еще... Что нам нужно еще? Блин, нам еще нужно с тобой вот этих вот, оказывается, убить. А как это сделать без Чака? Да он же воскреснет сейчас, ребят. Ты понимаешь, он сейчас воскреснет. Или этот не воскреснет? Я что-то не могу понять. Сколько тут ожило? Раз, два. Ты понимаешь, что мне без Чака это нереально сделать? Мне нереально это все дело забомбить. Вот что я тебе хочу сказать. Сейчас эти еще встанут. Здоровье у нас... О, он все восстановил все здоровье. Ребят. Применяем. Ну, поехали. Вот и все. Он достал меня просто-напросто. Его невозможно было бы забомбить. Все. Нет, возможно было бы, если бы мы с вами не прозевали бы Чака. Тогда да, потому что у Чака магия, да, массовая. Мы бы этих призраков ушатали бы. Или переигрывать пришлось бы. Или же ждать следующего дня и с 20% атакой и здоровье мы бы его ушатали. В любом случае, мы завалили с вами последнего босса, ну, как бы, колдуна. И теперь у нас что происходит? Ага, слетела защита, он убежал у нас в это вот подземелье, в последнее. Фух, давай глянем, что здесь такое. Свинская мощь, 395. Что он делает? Кстати, здоровья у него не так много. У него кража жизни есть. Наносит. Давай попробуем его ушатать. Ушатать. Но не забывай, что у нас больше нет с тобой орла. Орла у нас с тобой больше нету, так что... Что? Что там у него? Какая-то цепная... Не понял я. Что там, короче, на нем действует? Сейчас заодно... Ох, ё-моё. Что такое? Ну, а что это такое за
проклятие он на нас повесил. Если честно, я пока не знаю. Ага, тут еще и две волны. Блин, Чак, бедный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чак, живи, пожалуйста, а. Не погибай, роднуля. Тут, короче, две волны будет. Вот, сейчас Чака ушатают. Они всегда, ребята, ушатывают именно. Но он отдуплится. Нет. Очень странно. Так, попробуем. Что-то все не то сделал, что нужно было мне на самом деле. Маленький отхил. И сюда. Так, по Матильде досталось. Чаку конец, да? Естественно. Ушатали мне моего Чака родного. Так, Матильду ушатали. Угу. Ну, проиграли мы, короче, ребят, здесь с вами эту каточку. Знаешь, что я думаю? Может быть, нам вместо Чака оживить птичек? Давай, ребят, я оживляю птичек. Иду ва-банк, грубо говоря. Отдуплился. Отдуплился, маг. Эти тоже погибли. Ага, вот теперь один на один. Что он там делает? Ох, ё-моё. А что же ты делаешь, а, свин? Погоди-ка, а этот что такое? Это за меня? Что происходит? Он за меня? Вот этот мелкий за меня стал? Так, Чак, давай применяем. Раз. Два. Три. Даже этот малой бомбит. Дай-ка я на всякий случай защиту подниму, потому что я не знаю, что он будет делать. Но призвал помощь себе. И что-то собирается здесь сделать, ребята, через два хода. Мне кажется, не зря мне дали здесь усиленную команду. Что сейчас будет происходить? Так, если что, у нас с вами есть аптечки, да, мы можем, если что, здоровье восстановить. Но мне не нравится, что что-то здесь. Или сейчас будет какой-то трэш офигенный. Что он сейчас сделает? Еще призвал? Да хорош! Массовая атака. Чего? Ты понял? И я понял. Блин. А что это за пробирка такая? Я не знаю, ребят, что это за пробирка. Но всыпал он сейчас знатно. Всыпал он сейчас очень знатно. Я даже не знаю, ребят. Как вот нам его сейчас здесь забомбить, а? Нет, ну Чак слабоват. Опять? А? Чего? Он восстановил тебе все хп? Ты серьезно? А как он это сделал? Он уничтожил всех своих привидений и за счет них восстановил здоровье, что ли? Так получается? Или как это вообще работает? Я не могу врубиться, ребят. Что с ним нужно делать? Я знаю, что на следующий ход он сейчас бомбанет. Он сейчас пропишет нам такую люлю, что нам с тобой мало не покажется. Что это вот такое защита, а, ребят? Вот это он вжаривает. А что ты у нас делаешь? Ах, вот. Вот что он делает, ребята. Бомбу бросает. А, и вот сейчас он должен был себе восстановить все здоровье. Все, я, кажется, понял. Я, друзья, кажется, понял, как его нужно бомбить. Надо переигрывать. Ну, ладно. Таким образом мы с тобой просто бы Чак бы сохранили. Единственная проблема, что нам надо было бы как-то перец накопить. Ребята, иду ва-банк. Ему еще удар. Т-1.
Точнее, еще. Вот сейчас мы его будем ушатывать. Или сейчас, или уже никогда. Раз. Два-с. И три-с. Да. Да, да, да. Ребят, мы красавеллы. Просто красавеллы. Фух, интересно, а что же дальше? Ух ты, радужная какая-то ракушка мне досталась. А что дальше? Достижение я новое получил. Последняя крепость. Ага. Ну, естественно, птички все мои веселые, довольные. Коснись, говорят. Так, Ред стоит. Корону. Корону он все-таки принесет, да? А, он принцу отдал. То есть принц как бы стал на нашей стороне. The end. То есть получается, что мы с вами прошли игру. Прикольно. Или все-таки здесь что-то будет новое, дополнительное. Давай сейчас посмотрим, выйдем с тобой на карту и глянем. Так. Все у нас хорошо. Мои птички довольные, куда-то летят. Прилетели к королю. Так. Ага, принц все-таки вернул. Вернул корону королю. А у нас с вами яичко, и открывается вот эта штука. Подземелье. Хм. Так, птичье яйцо пятое. Поздравляем, ты спас пятое и последнее яйцо. Твоя награда 100 пятачков. Новая. Летописная пещера. Самое глубокое, темное и загадочное подземелье. Сможешь пройти его до конца? Я без понятия. Предлагаю просто хотя бы взглянуть, что у нас за это. Опять новое достижение какое-то. Самое глубокое подземелье. Пещера 1. Зал встряски разблокирован, да? Ух ты. Нас встречает темный шаман. Свирепые удары сотрясают эту пещеру, травмируя птиц. Старайтесь держать равновесие. И у него в руках ключ. А этот ключик мне нужен, это же красный ключ. Смертельная схватка. Ну что, да, ребята. А, нам нужно до него еще добраться. Ну давай посмотрим, сколько здесь. 312 свинской мощи. А только двумя я могу играть. Ребят, я, наверное, знаете что? Ой, смотри, у меня уже побольше друзей-то. У меня... А, принц Сала мне добавился. Индиана Джонс. И свин Хрякович, который у меня был. Так, ну что же. И наемник могучего орла. Такой с пушками там, с роботом каким. Ну, давай я, наверное, возьму... Принц Сала, он 31 уровня. Вот его выберу. Так, и здесь мы с тобой... В принципе, меня устраивает вот такая вот команда. Давай попробуем сейчас накатить. Фу, хоть дали немножко побольше помощи мне. Это уже радует. А, тут три волны будет. Хорошо, приступаем. Принц Сало. Хорошо бомбит, кстати, этот принц. Практически как мой... Ред. Так, что тут? Ага, ладно, мы продолжаем. Убиваем этого говрюшу. Ой, маг вообще ни о чем здесь для нас. Хотя, подожди. Не, он созрел для какого-то удара. На-ка, получи-ка. Выкуся, накуся. Нет, а интересно, а что у нас еще помимо вот этого подземелья будет? Друзья мои, пишите в комментариях. Просто я не знаю, если честно, что у нас тут еще можно будет делать в этой игре. Так, получается, сюжетку-то я прошел. Подожди-ка, не будем мы с вами тут перестратить. Вот так добьем их. Минус 2, остается вот этот магистр кислых щей. Я его сейчас быстренько ушлепаю здесь, согласись. Хе-хе-хе-хе, ну бас. И двигаемся на последнюю волну. Так, тут у нас шаманы, все дела. Ну-ка, опачки. Что-то он какой-то вообще не алё, ребят. Да ладно, что такой ватный? Серьезно, что ли? А, думает. Он думает, что он сможет ударить Реда. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Получи.
роднули. Так, и теперь беремся мы за этих мелких шаманчиков. Все. Очень быстро и легко. И без потерь мы с вами прошли. На 3 звезды, да? Как с кустика. Ну что же. А это что такое у нас, ребят? Что это такое? Непонятно. Какой-то свиток, на котором нарисован меч. Ну что, я прошел первый испытание. А, тут вот как оно. Тут я должен потихоньку, да, добираться. Нахрапом не получится. 312 свинской мощи. И взять я уже, наверное... Нет, я могу взять, например, Хряковича. Давай попробуем теперь за счет него. Ну, все равно у нас получается команда сильнее, согласись. Ой, с палкой, со сыром, со своим надкусанным тут меня встречает. Ну, ладно. Давай, Хрякович, прописывай ему. Я не могу понять, свин Хрякович, это, по-моему, свинья, да? В костюме, я не знаю, птички, он прикидывается, да? Что он, птичка? Под нас косит? Ну, ладно, хорошо, ребят, шутки шутками, мы с вами должны тут 3 волны пройти. Опс! Неплохо. Неплохо, я тебе скажу, парень. Но недостаточно хорошо, чтобы нас тут подмять. Ну давай, Редик. Все, пускай идет гулять. Мы переходим с вами на 2-ю волну. Получим, интересно, 31 уровень сегодня или нет. Так, вот это мне не нравится. Куча мала. Ой, а мы что с вами постепенно урон получаем? С чего это вдруг? Ну-ка, вжариваем. В принципе, неплохо. Я считаю, очень даже неплохо. Так, этот Готовченко и этот... Это тоже оба отдупляются. Как говорится, следующий ждем. Где вы там? Так, 2 мага и малыш с палочкой. С палочкой. Так, давай прописывать. Неплохо, кстати, прописали. О! Так, минус малыш. Что-то тут... А, хилочку врубил, да? Дурила, ты думаешь, тебе это поможет? Хилочка-то твоя. А, ты серьезно? Я боюсь, тебе это не поможет. Нет, ну отхиливается, конечно, но не настолько хорошо. Не настолько, чтобы выстоять мои удары. Все, друзья мои. Укокошили. Угу. И, соответственно, мы с тобой продвигаемся еще немножко дальше. Сейчас только крутанем. Ягодки, коробочки, ракушки. Все как полагается. Ну что же. Интересно, сколько здесь вообще вот этих вот будет... А, я должен... Ох, елки-палки, смотри, как у нас будет все это выглядеть. Мы с тобой вот так вот будем идти. Вот так, потом сюда, дойдем до этого сундука, потом вот здесь вот так вот полукругом. И только до сюда. А потом там еще, я так понимаю, ворота эти откроются, и что-то будет дальше. Ну, давай попробуем с тобой набить 31 уровень за сегодняшнюю игру. И используем с тобой последнего нашего Индиану Джонса. Окей. Награда какая-то сковородка. Зачем мне сковородка, а награда непонятно. Так, ой-ой-ой, тут уже волн-то будет поболее. Что ты делаешь, а, Инди? Ох ты, неплохо вписывает. Неплохо вписывает, но все равно у меня ред... круче пока. Ох ты, а что они там делают? Собрались? Куда он там копит заряд свой? Он думает, что, наверное, использовать хочет, да? И успеет. Я сомневаюсь почему-то, что ты его, парень, успеешь применить. Ах ты, выжил, ханурик. Мелкий, а? Кусака. Ну-ка, врежь ему. Ну, вот так-то. Переходим на следующую волну. Так, опять здесь у нас, да? Хлопцы. Шикарно. Вообще замечательно. И давай вот так вот сделаем. Потравим их тут всех. Вот. Все, убирайте их. Следующую волну. Давайте. Ну, здесь у нас без босса, да? Тут обычные такие хлопчики, которых мы вот так будем с вами наказывать. Опачки. И отравление еще. 2 отряда минус. Так, у нас вот эти вот. А ты-то откуда? Гаврюша, ты откуда тут взялся? Я не понимаю. Гаврюша. Все, свободны. Остается 2 отряда.
Две волны, как говорится, впереди. Ну-ка. Тут у них предводитель, да? Такой некий шаман. Ну, начнем, наверное, с него именно. Раз. Два. И отравочку. Ага, не отдуплился. Я думал, что он коньки-то двинет. А что это меня заблокировали здесь, ребят? Опа. Шаман, а ты не припухли тут, а? Случайно. Вытворяешь такие вещи. Ну что, последний. Последние архаровцы у нас тут. И начнем мы это все делать. А, перчик-то не активен, да? Перчик-то не активен у нас. Слушай, а что делает Индиана Джонс? Ага, контратака. Это, кстати, хорошо. Но они его, наверное, трогать не будут. Они испугаются. Ду-би-ду. Сейчас дам ду-би-ду. Скуби-ду. Ну-ка, чек, покажи. На-ка. На-на. И еще разок. И добивочный. Вот и все. Да, друзья мои, мы с вами получили 31 уровень. И это классно, на самом деле. Так, что же это за сковородка? Для чего она нужна? Не пойму, это может рецепт какой-то. Давай-ка мы с тобой сделаем ролл. Вот, вот так меня устраивает лучше. Так, мы завалили с вами, точнее прошли еще одну, так сказать, миссию, да? И нас... О, три монетки, все дела. Птичья сила увеличилась на 2 единицы. И у нас с вами следующая миссия. Ну, ребят, я думаю, что этим мы займемся, наверное, уже в следующей серии. Я думаю, что меня отсюда не выкинут, и мы с вами останемся на этих местах. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.